У каждого из нас есть точка срыва. Это творение Анжелики Веденеевой и Екатерины Безгер. Анжелика Веденеева. Екатерина Безгерц, мой друг, твой стих я дописала, душа моя всего желала. У каждого из нас есть грань терпения, когда непонимание стена воздает в сердце острый нож сомнения, а также жизнь тебе нужна была. У каждого из нас есть точка срыва, когда становится на сердце тяжело, когда нам кажется, что падаем с обрыва, и жизнь становится как черное пятно. У каждого из нас есть луч надежды, что кто-то очень близкий и родной не даст тебе упасть в пучину бездны. Скажет, ты не бойся, я с тобой. Он ласково тебе поставит плечи, протянет руку помощи, поймет, что он за любящее друга сердце и в воду, и в огонь всегда войдет. Да не грусти, мой друг, зачем? Не надо. Пойдет и тяжесть, и сердечко боль. Допустим я, а что нам еще надо? Ведь жизнь, она как радостный покрой. После дождя сойдет на небо солнце, лучи лаская, согреет все кругом. И в доме у тебя трое оконца. Любовь ключом подъется снова в дом.